чем? Рынок кафе. Цветов. Цены в Ницце. Тарелочка 75 евро, 99 евро. На столу 8 евро вот такая была. Хрень. Да, цены дорогие. Тут вообще. А вот какие цветы. 8 евро, 12 евро тоже. 6 евро самый дешевый маленький. Тань, пионы какие. 12 евро. 15 евро. Ребята, с ума сойти. Вот это нет. Великолепный дом тут стоит 10 евро. И он 15 евро. Это возника, я не пойму сколько. Что это? Какие-то колбасы, террасы. Грибы сушеные. Грибы, да. 6 евро. Шантаки 8 евро. Шантаки. Грибы что нормально, шантаки 8 евро. 100 грамм что ли? Это, наверное, 100 грамм. Слушай, не то цветы от тыквы продают. А? Цветы от тыквы продают. Прикольно. А тут может быть.